Наши дети сейчас действительно разговаривают на очень странном языке, но в свое время ругали рок-н-ролл и вальс, в свое время говорили: булочная, потанцуем, пойдемте откушаем чаю. Да, теряли сознание барышни от слова жопа. Сейчас у наших детей своя терминология, и многие ругают там «Дом-2». Вы, родители, посмотрите, на каком языке они разговаривают, и схватите оттуда несколько живительных слов. Вы перестанете быть бредки отстой, и с вами наконец заговорят ваши дети. Сейчас на нем разговаривают. Вписывайтесь во время, старости нет.